Губернатор Олег Кожемяка присвоил звание Героев Приморского края участникам СВО – старшему лейтенанту Мураду Магомедову и майору Евгению Осипову. Глава региона вручил награды семьям воинов. Командир роты морской пехоты 155-й гвардейской отдельной бригады ТОВ Мурад Магомедов, выполнив боевую задачу по блокировке и уничтожении подразделений, огневых средств и техники врага, получил смертельное ранение. Летчик Евгений Осипов во время боевого вылета успешно выполнил задачу, но был сбит и до сих пор числится пропавшим без вести. Они стали первыми, кто удостоился знака особого отличия «Герой Приморского края». Совместно с законодательным собранием Приморского края нами было учреждено высокое звание «Герой Приморья». Этой наградой вы удостоены первые. И это говорит о нашем братском народе, о том, что Россия – многонациональное государство. И ей награждается парень с далекого горного села Кигир, Дагестана, который тоже служил у нас в Приморье и в составе 155-й бригады отдал свою жизнь в Мариуполе. И награждается и наш приморец, русский парень. Поэтому это говорит о том, что наше многонациональное государство в трудную минуту всегда вставало вместе на пути врага. Всегда выполняли те задачи, которые братские, которые ставились перед ними, прикрывая друг друга, воюя плечом к плечу, в одном окопе, в одном экипаже.